Приветствую всех на нашем канале «Вокруг водоемов, навколо водоем». Итак, сегодня мы будем робить супернасадочка «Манная перловочка». Итак, что для этого нам надо будет? А для этого нам надо будет литр воды, манка, перловка, яку я уже набрал, столову ложку. Столова ложка перловочки на литр воды. Часничок. Для начала виливаем воду. Літр води вилили. Так. Накриваємо, щоб швидше закипіла водичка. Поки вода закипає, нам треба буде приготувати резинову маночку. Цей рецепт ви в інтернеті не знайдете, тому що я сам до цього додумався. А додумався я на рибалці. Було так, що в мене була перловочка і манка. О, і я вирішив проекспериментувати. І оце в перловочку на гачечок і закинув воду. Друзі, ефект був обалденний. Ну, приступаємо до приготування маночки. 25 грам манки, борошно, у мене мірочка борошно, мука. 25 грам. Висипаємо в тарелочку теплої води. Підливаємо. І саме головне підмішувати. Підмішувати маночку. По чуть-чуть підливаємо. Перемішуємо. Даже треба дивитися, може даже трошки менше. Так. Ось вона вже така. З водою непогано. О, у нас закипіло водичка. Водичка, висипаємо нашу перловочку сюди, водичку кипящую, накриваємо, прикриваємо трошки, трошки прикручуємо, хай покипить 15 минут. Так, приходимо до маночки, так, о, тепер наша задача її калашматить, щоб вона була, як ото, щоб палочкою накручувати, резинова така. Так, по-моєму, я багато влив. Ну, це не страшно. Якщо вона зараз отака, її покалашматим. Якщо трошки переборщили з водою, можна трошечки додати манки. Трошечки, на глаз. Чуть-чуть. І перемішувати. Ви поняли, так як намазуємо палочкою на гачечок. І ось, бачите, вже все на пальцях, все прилипає. Оце воно, мішати, головне, тщательно мішати, щоб воно перевертилось в таку консистенцію. О. Так, ну, поки наша перловочка тут, ага, ще 5 минут. Маночку поки вставляємо, треба нам вдавити один зубочок часничку. Один зубочок, ну, у мене отакий часник, ось, о, не маленький. Якщо у вас там маленький, там можна пару зубочків, о, маленьких. Я, у мене часничка поламала, то я буду на мілку тюрку все це перетирати. І з часничком все змішаю. Звісно, в процесі, якщо там кому зайдеться, можна там і ванільку вдавлювати, в смислі всипати різні там запахи, вкуси. Ну, друзі, я використовую часник, тому що і плотва любить часник, і краснопер, і карась обожає теж часник. І плюс то, що часник нашої насадочки не дасть швидко прокисати. Нема кислоти, не буде кислоти в манці, і це саме головне. Ну, тому що, якщо ви нараз з'їздили, то ладно, це таке на одну рибалочку. А я, наприклад, можу з'їздити за неділю, як вже казав, 2-3 рази. І мені кожен раз викидати, тому що воно вже кислим дає. Ні, я роблю так, щоб воно в мене подовше було. І запах, щоб був. І я повню, скільки робив манку, і хто рибачив на мою манку з часничком. Обращали увагу, головне, щоб оставляли в холодильнику з рибалочки, на сонці не кидали, і запах завжди буде часничка.
кислим отдавать не буду в течение недели. А бывало только и в течение 2 недель зимой, там, до месяца. Так, натерть я часничок усю, ну, и теперь его тщательно все надо перемешать. Все, ждем приготовления нашей перловочки. Так, все, 5 минут прошло, я выключаю. То есть 15 минут уже прошло, я выключаю и оставляю, накрываю крышкой, оставляю на 1.5-2 часа. Ну, потом кочука упала через 1.5-2, потому что через 1.5 часика я буду доставать и пробовать перловочку, яка вона. А если не дошла, буду до 2 часов оставлять. Главное, не, тоже сильно її не перепарить. Можно и в куфаечку закутать. Ну, у кого термос есть, можно и в термос. А можно так, по-домашнему. Так, дивимся, что у нас тут с перловочкой. Проверяем. О, то, что надо, то, что надо. Я уже бачу. Распарилася. Разварилась, так сказать, подварилася. Так, ну что, теперь надо нам... эту проволочку выбрать шумовочкой. Ничего страшного, если там трохи водички будет, это даже хорошо. Так, мне одной рукой неудобно, потому что другой рукой держу телефон. Сейчас выберу, насыплю и продолжим. Вон, дивіться, она уже растает, так маночка, потому что проволочка у нас як-не-як, а еще трошки горячая. Все хорошо. Желательно, чтобы воды там и не было, как выбирали в шумовке. В основном важно, что у нас приловочка. Так, сейчас смешаю и продолжу. Трошечки она такая жидковатая манка стала. Ну, это не страшно. Друзья, мы подсыпаем чуть-чуть маночки. Я же говорю, тут еще не отработана дозировка, потому что я роблю это первый раз. То, что я пробовал на рыбалке, случайность, то одно, то случайность. Ну, а це роблю вживу, перший раз вживу, о, не підготовлено, ну, примерно накидки в мене були. Все воно виравнюється по чуть-чуть, постепенно підсипає, о, по чуть-чуть. Главное, по чуть-чуть, я з маночка, те, що ми підсипали, трошки пропитається, о. И покажу, как оно должно, в принципе, выйти. Потихоньку, потихонечку. В общем, так, значит, потихонечку подсыпаем манки, так, размешиваем, размешиваем, чтобы у нас вышло, чтобы можно было в руки брать, в руки брать. Ну, как обычно, на той маночке, что я делаю, просто маночку с чесноком, как хлебушек крутить. О, все. И у нас тут перловка внутри. Суть заключается в чем? Мы нащупаем перловщину, отрываем вместе с маночкой. Когда мы начинаем шарик крутить, перловочку обволакивает маночка, а внутри зернышко перловочки. О, мы шарик скрутили, внутри зернышко перловочки. Цепляем на гачок, крючок. О, и мы сейчас это протестируем, в баночку опустим шарик. И протестируем. Когда рыбка подходит, она ж начинает смоктать манку. Манка так просто уже не стягивается, потому что перловчина. И даже если начинает она его стягивать, о, то перловка насколько пропитывается маночкой, о, что рыбка и перловку сразу же тоже заглатывают вместе с маночкой. Вот такой, как получается, сникерс с сюрпризом для рыбки. О, сейчас мы протестируем, опустим баночку, в баночку вот эту насадочку и проверим, как оно по времени себе что поведе. Так, шарик уже забацали, скрутили, о, гачечком внутрь продів через проволочку. Воно пальчик ощущается, да, проволочка, и когда крючком насаживаете, воно прекрасно все ощущается, когда вы продавливаете проволочку. Так. Оставляем. Сейчас у нас 20 минут первого.
Ну і будемо дивитися, що буде відбуватись через кожне время. Так, уже более получаса прошло. Дивимося, що у нас вийшло. Я думаю, вже получаса достатньо і довольно непогано держиться. Ну, звісно ж, річки, там це течення, то воно чуть по-другому буде. Ну, суть в чому заключається. Допустим, коли рибка підходить, вона ж починає смоктати. Вона смоктать, 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 і маночка, маночка, вона тягнеться в ротика, тягнеться, но обычно манка стягується з жала крючка, тому що тененьке жало. Да, я, мені писали коментарі, ваточку в манку. Ну, то, друзі, все не те, все не те. Тут воно в глазурі манки, о, перловочка, і, допустим, даже, якщо... Допустим, если и стянет всю манку, проловчина останется на крючку, и рыба же в той момент будет доедать. Она будет доедать нашу проловочку, потому что она пропитана, как ни крути, чесночком уже, и с маночкой. О, ну, скоріше це буде, вона просто заглоте. Заглоте все вместе с проловочкой. О, вона затянется, все рыбки в ротика. В общем, друзья, будем проверять, тестировать, надо пробовать. Я раз попробовал, чисто случайно, довольно непогано сработало. Подивимся, протестируем, побачим, как оно будет все на самом деле. Так что, кто не подписчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видосик по этому делу. О. Все, вперед на рыбалку, пробовать.